Также у нас есть сенсорная панель, которая отвечает за всю работу системы. В данном случае у нас есть такие узлы, как горелка, которую мы сейчас продемонстрируем. У нее много разных показателей, то есть и скорость можно регулировать, и автоматическое включение, и ручное управление. Также премелтер – это миксер, который у нас был, он в дальнейшем будет, получается, реагировать на датчики. Пока что выставлено условие ручного управления. Тут скорости можно будет, время работы выставлять. Что у нас еще есть? Вот наши клапаны сорбента. В данном случае систему мы не будем регулировать с сенсорной панели. Она выставится вручную один раз. Ну и различные системы дистилляции, которая пока еще не задействована. Вот ее можно здесь посмотреть. То есть она у нас работать будет в следующем опыте. Вот. На данном этапе здесь будут датчики температуры, датчики давления. Вот как раз наши датчики давления уже приехали. В данном случае они обрабатывать будут тоже в следующем опыте.